Нация Z. Надо же. Поглядите, кто к нам вернулся. Мёрфи. Укуси меня, зомби, глазам своим не верю. Думал, ты никогда не очнешься. Я правда думал, что ты мертва. Вы не оставите нас? Обалдеть, Уоррен. Ты в порядке? Не уверена. А мне нравится, что ты сделала с волосами. Ты не синий. Я исцелен, детка. Очевидно, и ты тоже. Ведь помнишь, что пуля, ранившая тебя, прошла на вылет сквозь меня? Похоже, капля крови Мёрфи спасет от любой хвори. Здравствуй, папа. Здравствуй, мама. Я пишу тебе из лагеря марихуана. Мы здесь всех любим. Еще больше я ношу. Я так сильно накурился, что сейчас едва пишу. Вот мы и пришли. В страну каннабиса. Господи боже мой, это вовсе не конопля. Это кленовый лист, и это канадские флаги. А, Канада. Значит, мы подошли к Канаде. Нью-Мерика должна быть меньше, чем в 2 днях езды. Если только зомби не встанут на пути. Что скажешь, шеф? Она нам больше не шеф, сама сказала. Завали, Мёрфи. Мы идем дальше? Мы идем дальше. Замерзший унылый пустырь. Я иду. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Понимаю тебя, парень. Помню, как Нью-Америка и была Калифорния. Но теперь уже ничему нельзя верить. Да, я вот снова верю только в себя. А еще я все еще жив и иду вперед. Да уж, ты прям как таракан. Ага, знаешь, что говорят про тараканов? Они умеют выживать. Вот я тоже буду выживать. И почему в апокалипсис всегда так жарко? Видно, не врали нам про глобальное потепление. Уоррен, в твоих видениях не было холодных горных рек? Потому что нам нужна вода. Так, здесь! Блин, мало было одной пены. Приперлись щенки и котята. Мы окружены, Мёрфи. Надо выбираться. Ну, понеслась. Им конца и края нет. Продолжай мочить. А я что, по-твоему, делаю? Как раз вовремя. Вы что... Хотите подстричься и побриться? Здоров, мужики. Давно не виделись. Побриться? Ну, я так-то не... Так у тебя же еще половина. Это авангард. Сдайте оружие. О, нет, нам пора бежать. Как ты там говоришь, никогда не сходи с лодки. Да, еще я говорю, никогда не возвращайся в токсичный ад. Советую остаться тут. Брось, Док. Передохни. Знаешь, он... Пользуется пеной Гиллс. Ну все, я в деле. Куда садиться? Оружие. Туда? Последуй своему же совету, Мёрфи. Надо найти Уоррена и остальных. Уоррен наверняка где-то залегла и ждет, пока буря стихнет. Через сколько она прекратится? Погоду нельзя предсказать. Радиоактивные осадки. Годы загрязнений. Миллионы разлагающихся трупаков в озере Мичиган. А затем бум! Зомби-фраппе. Если продолжите искать, то можете разминуться и потерять время. Так что забей! Да брось, Док, поживи чутка. Может, это наш последний вояж в рай. Да и потом, Уоррен хрен убьешь. Почти невозможно. Сбежать? Вы в своем уме? У вас нет выбора. Да черта с два. Может, вы не заметили, но я тут большая шишка. Заметил, но я должен вас отсюда вытащить. Не знаю, как вам еще объяснить. Ты не поможешь мне, Уоррен? Теллер, к чему этот побег? Нет времени объяснять. Просто грядут перемены. Придумайте что-нибудь получше. Здесь больше небезопасно. По мне так вполне. В сравнении с чем? С безумием апокалипсиса? Ситуация дошла до той точки, когда нужно принимать меры. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мёрф! Привет! Во вторник обедаем у вас, да? Я позвоню. Позже я все объясню. Нет, уж объясните сейчас. Пока мы говорим, я пропускаю встречу. Они больше не важны. Но вам-то легко говорить. Вас не приглашают туда, куда приглашают меня. Привет! А где же твои белые брюки? А, мне нужно переодеться. Привет! Мне очень жаль, мистер Уинслоу, но у нас с мистером Мёрфи очень важная встреча. Но она может подождать. Он в нашей команде. Я в команде. Нам нельзя тормозить мероприятие. Согласен. Мне ужасно жаль. И правильно. Я доложу на вас. Идем. Вы что, сдурели? Придержать тебе место. Обязательно. Я вернусь в белых брюках.
скорей. Сколько у нас времени? Быстрее, мы уже опаздываем. Он стартует в любую минуту. Кто стартует? Пожалуйста, просто доверьтесь мне. Скоро вам все станет ясно. Да уж, очень воодушевляюще. Вы представляете, сколько людей я разочарую, пропустив турнир по боулингу? Это же полуфинал. Синим ты мне нравился больше. Я просто не пойму, почему каждый раз все заканчивается дерьмом. Эй, Уоррен! Мы уже 2 недели как тащимся на юг. Может, скажешь, куда мы идем? Ты уже спрашивал об этом час назад. Успокойся, Мёрфи. Горячка тут не поможет. Мы тащимся хрен знает куда, основываясь на 2 словах. Черная радуга, будь она неладна. Звучит как наркота из 60-х. Да, в былые времена я бы закинулся парой таких колес. Апокалиптический улет. О, да. Да? Правда, мне кажется, черная радуга Уоррен не про это. Ну еще бы. О чем, думаешь, говорят эти двое? Не знаю. Об арифметике и убийствах. А что им еще обсуждать? Политику и кино? Не повезло ребятам. Ни ТВ, ни интернета, ни рок-н-ролла. Ни случайных половых связей. Насчет этого я бы не был так уверен. Серьезно? Мысли вслух. Уоррен! С ума сойти, шеф! Шикарная прическа. Нравится? Апокалиптический блонд. Актуально. Привет, Люси. Как жизнь, док? Спасибо. Ты первый человек на материке, кто хоть немного рад меня видеть. В каком смысле? А, ясно. Что ж, что посеешь, то и пожнешь, брат. Воистину. Похоже, что Кая в беде. Мы можем что-нибудь сделать? Для начала надо усилить наш радиосигнал, чтобы связаться с ней. Слушайте, она не может помочь нам, мы не можем помочь ей. Считайте, мы квиты. Эй, можно немного помедленнее? Уоррен, я понимаю, что на дворе апокалипсис и все такое, но может ты слегка притормози? Мы пришли. Маунт Уэзер. Если Кая права, президент еще здесь. Нарушение границ карается смертью. Разве остатки правительства не должны быть в Нью-Америке? Уэзер следует программе сохранения правительства. Это место эвакуируют в последнюю очередь. Мы получали приказы отсюда. В те времена, когда приказы еще отдавали. Сохранение правительства. Какая прелесть. В ходе ядерной войны все правительство США перемещается в защищенную подземную базу, пока население страны разрывает на кусочки. Отличная идея для ядерного холокоста. А для зомби-апокалипсиса не особо. Почему мы остановились? Ну и вонище, что там такое? Запах, как от протухшей картошки или рыбных палочек зомби. Или супа из носков Мёрфи. Ты знаешь, если ты скажешь нам, что ты ищешь, будет куда проще помочь тебе в поисках. Я пойму, когда увижу. Мы уже близко. Движемся дальше. А вы в курсе, что тут все заражено радиацией? И кто в этом виноват? Оружие для третьего удара не моя идея. А теперь через 20 лет у нас будет рак. Будем надеяться. Черт. Внимательный, Мёрфи, он нам нужен. Он? Идем, лакомый кусочек, пока тебя не покусали. Ты смотри на этих отмороженных. Свалите, чудики. Пошел вон отмороженный. Простите. Не сочтите за стереотипы, но это самые милые зомби, что я встречал. Я согласен. Но зомби не могли мутировать в миролюбивых существ, которые жуют траву, а не мозги. Идем дальше. За мной.
Мёрфи, не отставай! Мы давно оторвались от головорезов из зоны. Ага, не останавливаемся. Что за хреново свалка? Это парковка самого сатаны? Нас предупреждали о ней при подготовке. Официально это место массового захоронения номер 247, а в народе просто большая свалка. Занимает 200 квадратных миль, и ее не обойти, не объехать. Сплошная непроходная зона. Но идем прямо к ней. Нью-Мерика становится все более привлекательной. Это точно. Знаете, если бы я был зомби, а я типа и есть по совместительству, именно в таком месте я бы и оживался, чтобы сожрать мозги какого-нибудь болвана, который сюда забредет. Мёрфи, шевели задом. Ну так, Уоррен, не хочу обламывать кайф со всей этой твоей божьей миссией или что там у тебя, но ты знаешь, куда нас ведешь? На восток. Восток. Просто на восток. И как далеко на восток? Не уверена.